приветствую вас. Что будет во втором модуле? Это точно 7 занятий по вторникам и субботам. Время можем оговаривать. А как я могу охарактеризовать основную направленность второго модуля? Это работа с внутренним состоянием. Для нормализации своего состояния, чтобы всегда иметь такой хороший, позитивный настрой, такую хорошую, я бы сказала, активную энергетику, да, которую можно было бы посылать слушателям, зрителям, для того, чтобы не всегда у нас внутри это есть, правда же? Вот. Но нужно научиться это создавать определенными способами для того, чтобы потом это использовать в любой момент, в самых простых ситуациях. Когда у вас что-то не очень на душе хорошо, да, когда у вас там энергетика очень низкая, устали, плохо себя чувствуете и так далее, а все-таки надо провести какой-то разговор, какое-то важное общение, кому-то что-то нужно рассказать. Ну вот как бы как мобилизовать себя, какие использовать приемы для того, чтобы все-таки хорошо, активно провести переговоры, какое-то общение. Способы и техники располагать к себе визуально, коммуникативное поведение, вне зависимости от того, в какой компании вы окажетесь, да, то есть не всегда это бывает благожелательная, скажем так, аудитория, вы все-таки умели наладить с ней контакт. И естественно, что для этого существуют какие-то правила, опять же, приемы, какие-то модели поведения, скажем так. Ну что ж, я думаю, что вы примете правильное решение, что вы сделаете правильный ход. И я буду рада с вами поработать. Жду ваших решений. Связывайтесь со мной как можно быстрее.